Каждое третье воскресенье июля в стране отмечают свой профессиональный праздник люди, чей труд связан с производством металла. Предприятия по выплавке металлов расположены в разных регионах страны, но родиной черной металлургии по праву считается город Темиртау. В преддверии Дня металлурга в историко-краеведческом музее открылась экспозиция «Город в городе». За счет простых текстов, цветового решения и технического размещения сотрудники музея постарались рассказать о сложной системе и истории Карагандинского металлургического комбината. Экспозиция «Город в городе» получилась у нас многоуровневая. За основу мы взяли схему комбината, на ней мы отметили разными цветами основные объекты производства. Каждый цвет это рассказывает о производстве, от схемы идут полосы цветные, которые приводят к стене, на которой у нас расположен второй уровень, это название производства, его структуры. Они тоже имеют соответствующий цвет. Также от схемы отходят цветные линии к металлическим столбам, на которых разместились фондовые фотографии, современные фотографии этих производств, содержится текстовая информация, ну и, конечно же, экспонаты. Выставка помогает посетителям не только лучше понять схему и производственную цепочку комбината, но и узнать, как металлурги работали в первые годы становления предприятия. Еще в годы Великой Отечественной войны вот здесь был построен казахский передельный металлургический завод, и это стало таким предысторией появления комбината. И вот тогда первые металлурги, которые работали на этом заводе, у них еще не было специальной спецодежды, как у наших современных металлургов. И они, например, пользовались очками сталевары, сделаны собственноручно, то есть вот эти очки, которые датируются 1950 годом, сделаны для того, чтобы защитить глаза от яркой вспышки от металла. Ну, вот этот стенд у нас представляет как раз-таки сталеплавильное производство, не могли мы не сказать о Мартене. Это очень важная веха в истории металлургии. Ну, и здесь представлена форма для взятия образцов для спектрального анализа стали, здесь представлена каска сталевара, уже комбината, относится она к 1980 годам. Для города Темиртау данная выставка очень важна, так как она напоминает о значимости металлургического комбината для экономического и социального развития региона. Экспозиция будет доступна в течение месяца. Посетить ее можно с понедельника по пятницу с 9 до 18.00 по адресу проспект Металлургов 28/4. Тогжан Сагимбекова, Игорь Евстигнеев, новости Темиртау.